Здравствуйте. Продолжаю эксперименты по приготовлению домашнего йогурта при помощи вот таких вот специальных заквасок из обычного магазинного молока. Я уже делал из 1 литра, из 2 литров йогурт, и теперь я хочу попробовать из 3 литров. Производитель пишет, что вот этого пакета достаточно на 1-3 литра. Из 1 литра получается очень густой йогурт, из 2 литров тоже. Посмотрим, что получается из 3. Ну, процедура стандартная. Нагреваем молоко до 38 градусов, засыпаем заквасочку и хорошо перемешиваем. Банки собрал все, которые только были в доме. Сегодня делаем не просто йогурт, сегодня слим йогурт. Это йогурт, который, в общем-то, рекомендовано употреблять людям, которые хотят похудеть. Так что будем есть и худеть. Мечта. И все, наливаем в баночки. Из всех домашних приборов у меня вот такое количество банок может поместиться только в духовку. Поэтому вот этот йогурт будем заквашивать в духовке. Все, отправляем баночки в духовку. Если у вас духовка поддерживает температуру в районе 40 градусов, то значит выбирайте эту температуру на 8-10 часов. Если же духовка такую температуру не может держать, то тогда можно поднимать эту температуру, поддерживать с помощью кипятка. Ставите стаканчик с кипятком и меняете там один раз в час. Итак, йогурт готов. Посмотрим, что у нас получилось. На этот раз я делал из 3 литров молока с помощью 1 пакетика закваски. Как видим, йогурт тоже достаточно густой. Эксперимент удался. Значит, можно спокойно делать йогурт из 3 литров молока, используя всего лишь 1 пакетик закваски. Этот йогурт я делал абсолютно без сахара. Теперь, если вы хотите есть, можно добавить сюда сахар, любые фрукты. И будет отличный, превосходный, полезный, настоящий домашний живой йогурт. Вот приготовим йогурт с бананами. Берем йогурт. Как видите, йогурт очень густой, домашний. Кладем его в стакан. Теперь загружаем бананы. И сверху опять йогурт. Вот такой вот великолепный утренний десерт, вкусный и полезный, у нас получился. Приятного аппетита!